Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданье, багрец и в золото одетые леса. Александр Сергеевич Пушкин. Полюбоваться красками осени я отправился в парк имени Гагарина, что в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Сейчас пора золотой осени. Это время, когда, наслаждаясь яркими красками, можно почувствовать гармонию между человеком и природой. Многие считают осень самым романтическим временем года. Кроны деревьев окрасились цвета от золотисто-оранжевого до багряного. Падающие листья устилают дорожки мягким ковром. Многоярусные композиции из травы, кустов и деревьев восхищают яркостью и разнообразием красок. Примечательно, что интенсивность окраски во многом зависит от погодных условий. Более яркий цвет листья приобретают при сухой и теплой погоде. А здесь идет активная заготовка припасов на зиму. Thank you.
Осень – это удивительный сезон, который привлекает к себе внимание своими невероятными красками, напоминающими о красоте, скрытой в изменении времени года. Краски осени показывают нам, что надо уметь видеть красоту в самых обычных вещах, наслаждаться жизнью и быть счастливым.